Queridos amigos, todas las series y películas en este canal están en su idioma original ruso. Para activar los subtítulos en español, por favor siga estos sencillos pasos. En la esquina inferior derecha hagan clic en configuración, seleccionen subtítulos, elijan el idioma y por supuesto no se olviden de suscribirse a este canal. Que disfruten del cine ruso. За вашу Ваньку отлично. Пусть пацан растет умным, как мама, и красивым. Как мама. Как Брэд Питт. А ты случайно ничего не перепутал? Все четко. Приемной жене и ты человеком стал. Мне б такое, эх. Можно я скажу? Да. Слово свекрой закон. Ну, Риночка, слушай вердикт. А вердикт будет такой. Дорогие мои дети, Риночка, сынок, спасибо вам за внука. За ваш домашний очаг, возле которого и мне тепло. А тебе, Риночка, любимая невесточка моя, спасибо за сына. За твою любовь и терпение. Вот это да. Да. Да, Тима, да. За то, что у тебя и дом в порядке, и муж при деле. Ну, тогда давайте я скажу. Давайте хоть выпьем, господа. Горько. Нет, подождите. Тимочка, ты хоть и стал моим начальником, но на правах бывшей однокурсницы я все-таки скажу. Скажу и выпьем. Ринуля, на нашем химическом факультете ты была самая лучшая, самая талантливая. Маш, и не спорьте. Да никто же не спорит. Я про что? Ринка – химик от бога. Прекрати. На Нобелевку могла претендовать. Вадик, не перебивай. Ринуля, ты была самая лучшая. Не красни, подруга. Так вот, я тебе желаю, чтобы после 10 лет работы у этого семейного очага, как вы сказали, Лидия Николаевна, ты наконец-то вернулась к профессии. Слышите, босс? Хватит жену на кухне мариновать. Сына вырастила, тебя в люди вывела. Пора и за себя браться. За твое, Риночка, развитие на нашем ударном химическом производстве. Вот так. Вот так сказала. Да. Ты знаешь, мне и у семейного очага неплохо. Ну, работа бы тебе не помешала. Ура! 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 От шеф-повара по спецзаказу. Поздравляем молодых с юбилеем. Он съедобный? Конечно. Он настоящий. Попробуйте. И фата. Да? Ну, Тимочка, молодец, постарался. Слушайте, а можно я невесту съем? Я обожаю глазырь. Да, такую женщину, как Ринуля, точно хочется съесть. Вадик. Ну что, жаль, что она на первом курсе меня сразу отшила. Правильно сделала. Тимофей, я тебе завидую и давно смирился. А я съем жениха. Да, точно. Твоя это моя песня. Да? Давай. Помнишь? Я даже не думала, что ее до сих пор здесь поют. Я все помню. И люблю, кажется, еще больше. Ничей. Правда? Пирогов. Правда? И наливок не надо. Праздник старых свечей. Ну, хорошо. Старых песен и пристальных взглядов. Он не влип в календарь. И газет суетой не отмечен. Но как встарь, попрекнуть нас по-прежнему нечем. Праздник старых свечей, торжество ненарушенных правил. Нет высоких речей, и открыток никто не отправил. Бой старинных часов, приглушенное пламя камина и скрипящий засов, возвращение блудного сына. Все простится сейчас, что в прощении теплых границах, лишь бы свет не угас, нам одна темнота не простится. Лишь хрустальный бокал исцелением проходит по кругу. Каждый раз перекал, мы спасением будем друг другу.
Спасибо. 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 Спасибо тебе. Ну что? Это было просто потрясающе. Я так давно не пила. Ты большая умница. Молодец. Просто потрясающе. Да. Праздник, праздник. Да. Привет. Я же объяснил, сегодня никак. Да, да. Завтра. Завтра, как договаривались. Ну чего ты, не злись. Ну, съездим обязательно, обещаю. Я отменил занятия со студентами. И на фирму не пойду, и дома что-нибудь придумаю. Придумаем. Ну, обещаю. Ну, ты что, хочешь, чтобы я поклялся? Леночка, пожалуйста, не истери. Я же сказал, дома что-нибудь придумаю. Приеду обязательно. Да. Все, не волнуйся. Не волнуйся, Леночка, пожалуйста. Я не могу сейчас говорить. Все, все, все. Хорошо. Привет ему передавай. Да. Все. Все, все, все. Не могу. Давай. Рина, что случилось? Куда ты исчезла? Мы тебя по всему ресторану искали. Да, мам? Да. Мам, все нормально, она дома. Я не знаю, буду сейчас выяснять. Все, ложись спать. Не могу говорить, пока. Так что случилось? Почему не предупредила? Перед ребятами стыдно. Стыдно? Ты извинился? Что значит, ты извинился? Я ситуацию спасал как клоун. Ну, можно было сказать. Может, объяснишь? Да. У меня голова разболелась. Голова? Угу. И что, таблетки есть? Точно. Я не понимаю, что за взгляд? Послушай, я хотел тебе устроить праздник. Старался. Ты же знаешь, не до веселья сейчас. Угу. На фирме проблемы. Командировки, студенты. Ладно, беглянка-хулиганка. Давай так, я из командировки вернусь. Еще раз с ребятами сходим. Ну, чтоб все это замять. А то неудобно как-то, да? Ну да. Конечно, сходим. Thank you.
Ирина, ты спишь? А чего ты тут легла? Мне надо в командировку на 2 дня. Там выездной семинар со студентами на химкомбинате. В общем, ты спи пока. Рано еще. До скорого. Лидия Николаевна, мы уезжаем. Нет, ничего не случилось. Не-не, только я и Ванька. Да нет, все в порядке, просто надо к маме. Ну что произошло? Вчера сбежала, не попрощавшись. Сегодня придумала уезжать. Да все в порядке. Послушай, может, у тебя кто-то появился? Нет. Никто у меня не появился. Сбежала? Да я не сбежала. Просто голова. Что, Тимофей вам не сказал? Давай я к тебе приеду. Посидим, поболтаем. Ты же знаешь, как я к тебе отношусь. Я постараюсь понять. Помочь? Я ведь тебя очень люблю. Я вас тоже очень люблю. Поэтому позвонила. А что с голосом? Что голос? Нормальный голос. Лидия Николаевна, я просто иду к маме на несколько дней. Главное сохранить семью. А не сбегать. Лидия Николаевна, конечно. Да, по приезду обязательно. Все, я вас целую. Пока. Вань, милый, просыпайся. В школу ты сегодня не идешь. И на контрольную тоже. И на контрольную. Давай, вставай. Слушай, милый, нам с тобой нужно сегодня уехать. Быстро. Давай, руки вверх. Папа знает. Папа узнает. Давай, одевайся, умываться. Держи. Дамочка, у вас телефон разрывается. Что? Я говорю, мобильный у вас разрывается. О, спасибо. Да? Да, это я. Алло. Да, Тимофей Щербаков мой муж. А что? Что? Извините, пожалуйста, очень плохо слышу. Что? Как? А где это произошло? Да, я поняла. Я сейчас буду. Спасибо большое. Да, сейчас подъеду. Да, до свидания. Извините, пожалуйста, нам нужно остановиться, развернуться и вернуться обратно. Что? Я вас прошу обратно вернуться. Мне нужно вернуться назад. Послушайте, вы сначала определитесь, куда мы едем, а потом... Я прошу остановить машину и вернуться обратно. Что непонятного? Хорошо. Сейчас развернемся. Мам, чего ты кричишь? Ваня, прости, дорогой. Поспи. Я тебя сейчас к бабушке отвезу. Отпустите меня.
ладно, отпустите. У меня там мальчик дома один, слышите? Тихо, тихо. Я вас очень прошу, подождите, отпустите меня, вы слышите? У меня там мальчик один, отпустите меня домой. Няня придет только в 4, вы слышите? Да какой отпустите домой? Вы с ума сошли? Пожалуйста, отпустите меня, у меня там ребенок один, вы слышите? Женщина, вы слышите? Сходите ко мне домой. Техническая 26, квартира 8. Прошу, сходите к нему. Извините, я не могу. Он проснется, ему будет страшно. Я не могу, я вас очень прошу. Мне надо к мужу. Пожалуйста, ой, мама. Ой, я мама, схожу, я обещаю. Да сходит она, сходит. Не волнуйтесь. Ой. Я поняла, у меня у самой ребенок. Я схожу. Ой, мамочки. Подождите, подождите, что с ним? Кто вы? Я его жена. Тима, Тим. У него травма позвоночника. Подождите там, пожалуйста. Я должна с ним поехать. Вам все сообщат. Я его жена. Как там? Что, кто? Ну, Щербаков. Он как? А вы, простите, кто? Да, в принципе, никто, но это я скорую вызвал. Вы? Почему вы? Ну, потому что это я их вез. Ну, я ехал, смотрю, у них машина сломалась, я остановился. Ну, что, люди не подвезти? Не, поначалу все нормально было, а потом вдруг бензовоз на встречку вырулил. Я попытался свернуть, но не получилось. Меня-то выкинуло, я вон ушибом оделся, а их здорово покорёшило. Жена вроде в порядке, а вот муж. Я решил дождаться, ну, чтоб узнать, как дела. Все равно на работу опоздал, и еще показания в полицию нужно дать. Он с женой ехал? Угу. Они вроде ехали дом покупать. Забавная пара. Всю дорогу ссорились. Все-таки это я виноват, надо было раньше свернуть ей. А вы родственница? Угу. В смысле? Я его жена. Подождите. Простите. То есть та девушка, она... Простите еще раз. Нечего тут стоять. Вас к нему не пустят. Ему еще пару дней надо быть в реанимации. Я хочу с доктором поговорить. О чем говорить-то? Жизнь не опасности. Задет спинной нерв. Возможно, осложнение, но жить будет. А пока это все. Можете вечерком прийти. Врач будет на дежурстве, он вам все подробно расскажет. А сейчас у него новый пациент. Идите. Угу. Ой, слушайте, принесите там из дому вещи. Чашку. Полотенце, у нас с этим напряженка. Угу. Идите. Не надо тут стоять, ничего не выстоите. Да, Маш, привет. Что? Ринуль, мы тут Тимофея не можем отыскать. Случилось что-то? Тут такое дело. Тимофей в больницу попал. Похоже, что надолго. Вы там в офисе как-нибудь сами пока. Хорошо? Подожди, как в больницу? Он же в командировке должен быть. Что с ним случилось вообще? В аварию попал. Подожди, а студенты как? И тут инвесторы беспокоятся. Машка, да какая командировка инвесторы, студенты? Он женщиной был, ты понимаешь? Неужели со своей любовницей? Что? Машка, ты что, ты знала? Ну, приходила какая-то я. Пару раз ее видела.
Да пустяки все это, глупая интрижка. Ну, все же знают, что Тимофей тебя обожает, Рин. Рин, алло. Девушка, извините, ради... Что вам нужно? Просто тут такая ситуация. Получается, что я вдвойне виноват. Мне не нужно было лишнего болтать. Они не пара, просто сотрудники. Они ссорились, и мне показалось, что... Вам не показалось, и вы ни в чем не виноваты. Послушайте, как вас зовут? Рина меня зовут. Извините, я спешу. Ну, да подождите вы. Ну, меня Константин. Я хочу вам помочь. Чем вы можете мне помочь? Послушайте, правда, ну, мне очень неудобно. Я был бы очень рад, если бы вы дали мне свой номер телефона. Зачем это? Мне, ну... А вдруг вам нужно будет какое-нибудь лекарство найти или отвезти вас куда-нибудь, или еще что? Я очень вас прошу. Пожалуйста. Да, да, хорошо, записывайте. Угу. Вот он я. Мы живем теперь вот в этом чудесном доме. И приехали мы сюда. Вот на этой супер большой машине. И я самый счастливый муж, потому что вот эта замечательная девушка, теперь моя жена, Рина. Да, мы молодожены. Выходи. Аккуратно. Подержи камеру. Держу. А я подержу тебя. Оп. Тебе не тяжело? Не-а. Ты же меня... Моя пушиночка. Ты что, мне так любишь, что будешь тащить до самого дома? Да. Ты мне силач, да? Конечно. Ура, ура. Ну все, все. Всем пока. Всем пока. Это кто у нас такой большой толстый? Это я, да. Скажи, пожалуйста, скажи. Кто у нас песню поет? Ну-ка, посмотрим. Кто будет у нас? Я не скажу, не скажу, не скажу. Я в роддоме покажу. Ну, пожалуйста, ну скажи, Ринуль, ну кто у нас будет? Тим, мальчик, нет. Девочка? Нет, 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 нет. Я же тебе сказала, нет. Нет, 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 нет. Не скажу. Ладно. Я самый счастливый человек на свете. Моя любимая подарила мне сына.
Ваня, собирайся. Где его вещи? Да я его рюкзак на кухне поставила. Да объясни толком, что с ним? Попал в аварию, сейчас в больнице, что-то со спиной. Но я как выясню, я вам сообщу, где рюкзак Вани. Ой, господи, сейчас же к нему. А к нему нельзя, к нему не пускают. Он в реанимации. Ой, господи, беда-то какая. Что? Лидия Николаевна, вы знали, что у Тимофея любовница? Да что ты придумываешь? У тебя шок. Ясно. Значит, знали. Я ничего не знала. Он что, не один был? Лидия Николаевна, ну как же так? Вы же для меня всегда были больше, чем свекровь. Я же с вами всегда всем делилась. Вы же... Я вам доверяла. Вам вообще как не стыдно? Как вы все знали и мне ничего Риночка, не сказали? Почему вы так со мной? Риночка, я знала, что Тимофей никогда не оставит семью, а это главное. Ты знаешь, мужчины иногда делают глупости. Но я всегда была на твоей стороне, всегда. Господи, сколько раз ему говорила, ну сколько ему говорила. Выходит, еще все, все давно. Так все вокруг меня знают, а я как идиотка. И все постоянно врут, еще в этом ресторане. Фу! Ваня, собирайся! Я тебя умоляю, не забирай его. Не забирай его, я тебя умоляю. Я же не виновата ни в чем. Я не виновата, я жива, ты пойми меня, Рина. Я вас понимаю, вы меня тоже понимаете. Тоже поймите меня. Ваня! Риночка, я тебя прошу, не забирай его. А что случилось? Все хорошо, мы с тобой сейчас идем домой, прощайся с бабушкой. Я даже еще не позавтракал, я голодный. Голодный? А ты, милая, так все руки себе отморозишь. Ты ничего здесь, голуба, полезного не найдешь. Места надо знать. Да у тебя беда, девочка. А что ты здесь ищешь-то? Ключи потеряла. От вчерашнего дня? Видимо, так. Тогда ничего не найдешь. Че его искать-то? Прошлое? Оно в прошлом. Я вот давно ничего не ищу. А, оно бывает. Жизнь, она такая штука. Главное, помнить, одним днем живем. Вчера на коне, сегодня под копытами. Главное это понимать. Я вот что тебе, доча, скажу. Самое важное, себя не потерять. Да-да, себя потерять легко. Озлобится, разуверится, обидится на весь мир. И пропал человек. И душа его пропащая. Темная становится. Ничего не слышит вокруг себя. Только себя. А если она болит? Душа болит? Значит, не все еще потеряно. Значит, еще найдешь то, что искал. А я ведь правда искала. Я ключи искала. Не мои. Там один мальчик в квартире, а мать в больнице. Я ей пообещала. Я обещала, что я за ним прослежу, а я... Мальчик, а ключи-то здесь как оказались? Да выкинула я. Значит, свою беду вперед поставила? Да. Ну, ничего. Будем искать твои ключи. Куда ты их кинула? Вот где-то здесь.
Они? Спасибо. Да не за что. Да есть за что. За то, что выслушали меня, поговорили со мной. А может быть, вам помощь нужна? Я сейчас... И, да нет, дочь, это уже лишнее. Обижаешь. Я себе на хлеб сам заработаю. Простите, я не хотела вас обидеть. Да ничего. Меня теперь трудно обидеть. Я свободный человек. Ты вот в благодарность прибегай как-нибудь сюда побеседовать со стариком. Обязательно зайду. Ну, беги. Беги, спасай своего малыша. Спасибо. Ух. Привет. Привет, малыш. Ты новая няня? Да, я твоя новая няня. А тебя как зовут? Павлик. Павлик, Павлик, иди сюда. Иди ко мне, Павлик. Вот. Знаешь что? Я только что видела твою маму, и она просила меня с тобой присмотреть. Мы сейчас поедем ко мне, она тебя заберет, хорошо? Когда? Завтра. Она немножко приболела и сейчас в больнице. И поэтому я должна за тобой присмотреть. Мы сейчас соберемся и поедем ко мне. Договорились? Ладно. Ну вот и чудесно. Так, давай-ка мы твои вещи соберем, хорошо? Где они? Скажи мне. Так. Джинсы возьмем. Футболочки. Так, и это возьмем. Павлик, а это кто? Папа, мама и я. Это мы в парке гуляли. Папа меня на пони катал. А ты умеешь ездить на пони? Да, нет. А где сейчас твой папа? Папа живет в другом городе. Он скоро нас к себе заберет. И я не буду больше по нему скучать. Ведь он все время со мной будет. Да, будет. Хорошо. Давай-ка мы с тобой соберемся. Мне нужно еще в больницу к маме твоей заехать. Я тебе, наверное, я тебя к бабушке отвезу. Ты бабушку знаешь? Нет. У меня нету бабушки. Ну, ничего. Значит, будет. Давай собираться.
Здравствуйте. О. Добрый день. Здравствуй, Леночка. Скажите, вы об этом ничего не знали? Я? Нет. Да. Тимофей никогда не приводил его сюда. Я ничего не хотела об этом знать. Вань, подойди ко мне. Мама, а мы скоро домой поедем? Да, дорогой мой. Я сейчас к папе в больницу схожу. А вечером тебя заберу. Договорились? Угу. Вот, познакомься. Это Павлик. Поиграешь с ним? Вот еще. Ну, Лидия Николаевна, я надеюсь, что вы справитесь. Я Ваню вечером заберу и сразу хочу вас предупредить. Как только Тимофей станет на ноги, я подам на развод. Рина, я уже все решила, я... А вас я поздравляю. У вас теперь новая семья. И шапочка. Здравствуйте, я вас отвлеку на минуточку. Скажите, пожалуйста, лечащий врач Тимофей Щербакова. Минуточку, мне надо уточнить. Простите, это вы жена Щербакова? В общем-то, да. Что значит «в общем-то»? Извините, я. Пожалуйста, пройдемте ко мне в кабинет. Конечно. Потому что если на сегодня нет, я могу в пятницу. Проходите, присаживайтесь. Ну, доктор, как он? Состояние мы стабилизировали, но какое-то время, месяца полтора, ему придется побыть в больнице. У вас есть возможность оплачивать палату и реабилитацию? У нас есть, у мужа есть фирма. А я не понимаю, вы к чему спрашиваете? Но вам же потребуется не только лекарства и физическое восстановление. Нужны будут кресла, тренажеры, инструктор, ну и, конечно, желательно, отдельная специализированная палата. Возможно, лечение за границей. Подождите, какое кресло? Я не понимаю. Как же, вам что, разве не сказали? Нет. Поперечное поражение спинного мозга на уровне грудных и поясничных позвонков. Периферический паралич. Паралич? А что это значит? Проще говоря, ваш муж какое-то время не сможет ходить. Периферические двигательные нейроны поражены. Гипотония мышц. Подождите, как не сможет ходить? А долго он не сможет ходить? Что мы будем делать? Я назначил физиотерапию, гальванические токи, массаж, гимнастику, грязевые процедуры, но вначале организм должен восстановиться. Я вам сейчас дам список необходимых медикаментов. Вы мне скажите, он выздоровеет? Вы имеете в виду, будет ли он ходить? Не знаю, я гарантии вам дать не могу. Все зависит от... многих факторов. Факторов? Каких факторов? Многих, милая. Прежде всего, психологической поддержки в сочетании с медикаментозными процедурами. Я вам очень сочувствую. Но поверьте, я сделал все, что от меня зависит. Теперь очередь за вами. Наберитесь терпения. И, пожалуйста, решите поскорее насчет содержания. К сожалению, у нас все спецпалаты платные. Я все понимаю, да. Угу. Да.
Ну, если решите перевести его в клинику, вы мне скажите, я помогу выбрать лучшую. Спасибо. Да. Здравствуйте, это Константин. Какой Константин? Ну, мы виделись утром, я скорую вызвал вашего мужа. Ах, да, да, простите, вспомнила, да. Что вам нужно? Да я хотел узнать, как у вас дела. Спасибо, все в порядке, ничего не нужно. Спасибо, все хорошо, до свидания. Подождите, подождите, ну, может, все-таки что-то нужно? Да я же вам объясняю, что ничего не нужно. Ну да, все плохо, вы можете отстать от меня? Вообще идите к черту! Ну что, вы сходили за ребенком? Что? Ну, женщина-то блондинка, помните? Ну, вы еще ключи ее взяли. Она просила зайти ребенка забрать, что ли? Родственница ваша? Да, сходила. Нет, не родственница. А, ну это хорошо. Что хорошо? Ну, что чужая хорошо. А почему? Умерла она. Как умерла? Вроде... Ну, вроде нормально было. Ее даже в палату перевели после осмотра. К нам тяжелого как раз привезли, его оперировать нужно было. Так она, бедная, даже до рентгена не дожила. Сильное внутреннее кровотечение. А что с вами? Вы же сказали, что не родственница.